помните, мы с вами играли в Stable Diffusion, делали интересные картинки за счет промптов. Даже был видос, где мы создавали из этих картинок анимацию, превращали это в видео. Можете посмотреть в описании. Ну вот сегодня вышло обновление в Photoshop. И я, мягко говоря, в шоке. Итак, у меня есть вот данная картиночка. Я, допустим, хочу добавить в эту область дерева. Что я делаю? Выбираю инструмент Lasso. На самом деле, неважно, любой инструмент подойдет, который имеет выделение. И у нас появилась новая менюшка с дополнительными функциями. И основная функция, которая интересует меня сегодня, это генеративная заливка. Я нажимаю. Тут появляется поле, в котором нужно сдать подсказку, то бишь промпт, чтобы искусственный интеллект понял, что вы хотите. Как мы с вами делали до этого в Stable Diffusion. К примеру, я хочу Big 3. И нажимаю генерировать. И вуаля! Вы просто посмотрите, как круто оно вставлено в этот участок картинки. Я в шоке. Более того, у нас есть целых три варианта этого дерева. Во-вторых, если вам что-то не понравилось, вы просто нажимаете генерировать еще раз, и аишка делает свою работу, опять же добавляя три новых дерева. Вот еще вариант, ну... Вот этот, наверное, мне больше нравится. Вот что меня удивляет? Меня удивляет, что оно распознало, во-первых, что тут есть туман. Вы видите, что туман, который вот здесь идет, он продолжается здесь также быть с деревом. То есть сохраняется вот эта цельность картинки, да? Во-вторых, мы поднимаемся выше, мы видим, что дерево имеет разные цвета. То есть тут где-то к зеленому ближе, тут к темному, тут к оранжевому, желтому какому-то. Потому что на фоне у нас небо с таким вот градиентиком. И оно имеет рефлекс, это дерево. Оно отображает эту действительность, в которой оно находится. И иишка это понимает. Это жесть. Давайте еще что-то добавим. Маленького кролика. Как вам идея? Опа. Так, ну это сильно искусственный. Второй тоже. О, третий вариант. Третий вариант вообще, смотрите, такой естественный, классный. Посмотрите, наши два кролика, они на самом деле плоховато считываются, но неважно. Мы видим, что есть вот эти участки света, контуры. Мы видим, что оно взаимодействует с окружением, потому что свет идет у нас отсюда. И оно это понимает. Оно понимает, соответственно, что здесь должна быть тень. И оно эту тень дорисовывает. И кролики находятся как бы в тени. И опять же, если что-то мне не понравилось, я в любой момент могу вернуться вот сюда и сделать новую генерацию трех изображений. Давайте добавим еще что-то сюда. Вот, к примеру, вот сюда. Old House. И клацаем. Так, 1, 2, 3. Так, мне нравится, наверное, вот этот. Офигенно. Просто очень круто. Возможностей миллион. Вы можете делать все, что захотите. Таким методом я уже пробовал добавлять новые элементы в свои обложки для видео на YouTube. К примеру, данная обложка, не знаю, кстати, видео вышло или нет, если да, то подсказочка вам сейчас всплывет. Была у меня такая картинка изначально, и я добавил глаза. Вы посмотрите, как круто они интегрированы. Здесь даже рефлексы есть на нашем роботе, который имеет такую блестящую поверхность и добавляет блики вот эти красненькие. Stable Diffusion полностью в фотошопе, по сути, теперь. Еще одна фотография. В этой фотографии я подобавлял несколько элементов. Как вы думаете, где они? Давайте попробуем с вами найти эти элементы. Итак, первое, что нам кажется, ну, что в глаза бросается, это, конечно же, наверное, надпись. То есть надпись я добавил, да. Второе, ну, что можно еще? Наверное, птичка. Птичка, давайте посмотрим, птичка есть? Да, птичку я тоже добавил. Дальше, что можно еще? Люстра. А ну? Люстру тоже добавил. Дальше, ну что? Ну, ваза, наверное, да? Ваза. Посмотрите. Блин, я просто кайфую, друзья, не знаю. Папка. Папка тоже. Окей, дальше идем. Как вы думаете, что еще я добавил здесь? Ну, наверное... Что это за синие штучки? Да, тут были разные какие-то элементики, я добавлял, пробовал, да, все верно. Ну и в принципе все. А на самом деле я еще добавил, смотрите, кнопка, вот эта записочка, вот я добавил текстуру, стол от дерева добавил, глаза, друзья, добавил, вот эту часть лица добавил, прикиньте. Сколько всего подобавлял. И как естественно это выглядит. И это заняло мне буквально минут 10. Потому что большую часть времени я просто думал, что именно и куда добавить. Вы просто посмотрите исходник и финальный результат. Буквально 10-15 минут я создал что-то уникальное свое. Это невероятно. Я честно, я просто офигевший. Кстати, еще одна фишка данного AI. Это... расширение нашего пространства.
Многие искусственные интеллекты этой штукой бавлятся, но теперь это есть в Photoshop. И для этого вам нужно просто нажать одну кнопку, не заполняя промпты, нажимать вот эту кнопку генерации. Все, и вы ждете и смотрите на финальный результат. Вуаля! И мы с вами просто, подождав пару секунд, растянули наше изображение, и искусственный интеллект заполнил наши пустоты. Я не знаю, на самом деле, что сказать. Я прям кайфанул от этого обновления. Как вам, кстати, напишите в комментариях. Если вам понравилось, поставьте лайк. Я быстренько сделал обзор, потому что, блин, это что-то нереальное. Я до сих пор в шоке. С вами был Зуй, пока.